Зима на дворе. Вот так у нас сегодня 16 февраля. Тринадцать градусов на улице. 13 мороза. Замечательная погода. Птички поют. У меня сугроб на подоконнике. Выпало много снега за прошедшую неделю. Ах, какой морозец. Солнышко то появляется, сейчас полдень, 12 часов дня. На детских площадках пока никто не гуляет. Такая погода зимняя. Наш двор в районе Западной Дегунина, на севере города Москвы, столицы. Летит все вокруг. И наш двор замечательный. С хорошими детскими площадками. Наблюдаю, как гуляют. Радостно, детки. Вот так у нас во дворе сегодня, 16 февраля 2021 года. Белы-бело.
снега намело аж до крыши. Вот еще одна машина. Нет, вкопанная, не освобожденная от снега. И здесь тоже. Да, редко такое бывает, редко. Снега. Ах, какая красота! Ну и где же солнышко? Тут выглядывает, тут пропадает. Хорошо. Sure.